Сегодня вас ждет игра на этой замечательной арене. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Сегодня вас ждет игра на этой замечательной арене. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Сегодня вас ждет игра на этой замечательной арене. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Сегодня вас ждет игра на этой замечательной арене. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Без мяча остаются они. Хорошо тут сыграли. 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 Без мяча остаются они. Хорошо тут.